larve son negan. Or that Arvin give him see it in the huh?
Меда. А уж в землях пиктов от него все были бы без ума. Куда пропали мои записи? Напиток был бы лучше меда. А уж в землях пиктов от него все были бы без ума. Кажется, кто-то потерял важный список. Стоит собрать то, что здесь перечислено. Это твои записи. Спасибо тебе. А ты не можешь собрать для меня компоненты из списка? Я создаю напиток крепче меда, и что пах дымом. Помогай мне, ты помогаешь творить историю. Чем смогу, помогу. Думаю, это твои записи. Спасибо тебе. А ты не можешь собрать для меня компоненты из списка? Напиток крепче меда, и что пах дымом. Помогай мне, ты помогаешь творить историю. Чем смогу, помогу.
Думаю, это твои записи. Спасибо тебе. А ты не можешь собрать для меня компоненты из списка? Я создаю напиток крепче меда, и чтоб пах дымом. Помогай мне, ты помогаешь творить историю. Чем смогу, помогу. Вот, я собрал все, что есть в твоем списке. Ты мой герой! Помяни мое слово. Скоро этот напиток покорит земли пиктов. Вот только закончу.
Беги прочь отсюда, дитя! Или останешься здесь навеки! Ну, здравствуй! О, ты не дитя. А ты вовсе не дух? Нет. Лишь старик, чей сын утонул у этих руин много лет назад. Мне жаль. Такое горе. О, да. Теперь я не пускаю сюда детей, чтобы избавить от подобного горя других родителей. Я оставлю тебя. Спасибо. Осторожнее на спуске. Ah!
Что видишь, Сюнин? Go!
этом тумане была Рандви и кладбище. Или, как сказала Валка, место смерти.
Thank you.
Espera. Difficile. The raver will help him if he tries. Сорви на полета. Спасибо. 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 Спасибо.
Я могу чем-то помочь? Ты, кажется... Найди воительницу с косой. Наша погибель. Она крадет сны. Воительница с косой? Это не Рандви. Где же она? У церкви. К северо-западу от города. Я видела во сне. Найди же ее. Пожалуйста. Я хочу спать. Противник. Рандви ловко машет топором. Да, получше тебя. А, я больше люблю копье. У тебя тоже не только топор. Откуда этот клинок? Бомбдать!
есть о чем поговорить. Раз так, ладно. Итак, противник, имя у тебя есть? Эйвор, ты, как я понимаю, из незримых? Не совсем, но восхищаюсь ими. Не хочешь говорить прямо? Давай снова биться. Я не из незримых, но у меня есть там друзья. Наши цели часто совпадают. Полагаю, у тебя так же? Да, я дружу с незримыми и поддерживаю их цели. Значит, у нас больше общего, чем мы думали. Ты не сказала, зачем ты здесь? Ведь твоя родина не здесь. А где? Я так много странствовала, что у меня давно нет родины. Но когда-то ею была Греция. Я ищу древний артефакт, из-за которого на этот остров пришла беда. Ты о кошмарах? Вельва сказала, что та, кого я найду вместе смерти, и есть их причина. Та самая Вельва, что приняла меня за Рандви? Видно, у нее был не лучший день. Хочешь сказать, не ты убила всех этих людей? Они перебили друг друга в выступлении, обезумев без сна. А причина в артефакте, который я ищу. Так-то я давно бы его нашла, но этот туман все усложняет до невозможности. Если тебя обескураживает простое проклятие, что ты будешь делать в мире духов и снов? Проклятие? Значит, ты знаешь тайны этой земли. Я... Ты что-то слышишь? Нет. Слушай, что-то подсказывает мне, что мы должны объединиться. И что же тебе это подсказывает? Ну как же? Ты хочешь прекратить кошмары, я забрать артефакт, их причину. Помоги убрать туман, и мы его найдем. И как после такой встречи я могу поверить, что кошмары насылаешь не ты? Клянусь тебе, я хочу их прекратить. Что ж, объединимся. До поры.